Почему не катаешься? Он не умеет. А ты? Давай их научим. Давай. Нужно держать равновесие. Крути педали. Давай, давай. Нужно крепко держаться за руль. Мало. Нужно тренироваться. А Ларчик просто открывался. Что открывалось? Вы не знаете эту басню? Хорошо, я сейчас вам расскажу. Басня «Ларчик». Написал Иван Андреевич Крылов. Случается нередко нам и труд, и мудрость видеть там, где стоит только догадаться, за дело просто взяться. Кому-то принесли от мастера ларец. Отделкой, чистотой ларец в глаза кидался. Ну, всякий ларчиком прекрасным любовался. Вот входит в комнату механики мудрец. Взглянув на ларчик, он сказал: ларец с секретом. Так он и без замка. А я берусь открыть, да-да, уверен в этом. Не смейтесь так из-под тишка. Я отыщу секрет и ларчик вам открою. В механике и я чего-нибудь достою. Вот за ларец принялся он. Вертит его со всех сторон и голову свою ломает. То гвоздик, то другой, то скобку пожимает. Тут, глядя на него, иной качает головой. Те шепчутся, а те смеются меж собой. В ушах лишь только отдается. Не тут, не так, не там. Механик пуще рвется. Потел, потел, но, наконец, устал. От ларчика отстал. И как открыть его? Никак не догадался. А ларчик просто открывался. Иногда все проще, чем кажется. Надо пробовать.